Приветствую вас. Я, пожалуй, соглашусь со своими коллегами в том, что вашей сестре нужно обратиться к врачу, желательно по месту жительства, желательно очно. Все это, безусловно, актуально. Но я полагаю, что повторяться как-то не очень здорово, как мне кажется, потому что вам это уже сказали, и я не думаю, что правильно повторять одно и то же. Поэтому я вам хотел бы сказать следующее. Если вы сами желаете помочь своей сестре, что, в общем и целом, является очень хорошим поступком, правильным поступком, вот, то для этого вам стоит делать одну, но довольно важную вещь, при выполнении которой, если вы будете это делать, я думаю, у вас появятся реальные шансы помочь своей сестре. Разговаривайте с ней, общайтесь с ней, говорите с ней о том, например, что ее беспокоит, о том, например, что ее волнует, о том, например, чего она хочет, о том, например, что для нее важно, и прочее, прочее, прочее. Разговаривайте с ней, говорите с ней, общайтесь с ней. И тогда, если вы будете это делать, я более чем уверен, что вашей сестре будет легче. Знаете, в ее состоянии очень сложно, вот в ее состоянии очень сложно и невозможно даже доверять кому-либо, потому что кажется, что все настроены там против тебя, что все хотят там как-то вот с тобой воспользоваться, да, и так далее. Вот. И вам в этом случае, нужно просто постараться ей показать, что от вас, именно от вас, не стоит ожидать чего-то плохого, что вы ей не враг, грубо говоря, что вы ей счастье хотите, что вам доверять можно, чтобы она прислушивалась к вам. Ну, понимаете, в чем дело? Вот это, пожалуй, очень важный момент, потому что если вы будете с ней разговаривать, если она будет к вам прислушиваться, сестра, я имею в виду, то можно говорить о том, что можно в этом случае говорить о том, что вы сможете ей помочь. По крайней мере, она не будет чувствовать себя уже, может быть, такой брошенной, такой покинутой. Может быть, она не будет себя чувствовать такой ненужной и так далее. То есть, вот это такие вот довольно важные вещи, на которые вам стоит обратить внимание, если вы хотите действительно ей помочь. В принципе, желание ваше, оно достойно всяческого
уважение. Ну а что касается выхода из депрессии, то здесь вы, к сожалению, не поможете ей сами. Вы не поможете ей сами, здесь нужен все-таки врач, действительно нужен врач, чтобы назначил ей лечение, и только в результате лечения может что-то получиться. Вот. К сожалению, это правда, и это единственная возможность для вас и вашей сестры. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.